Здравствуйте, вы на канале Солоянка, с вами Петр Швеллер. Давайте вспомним Battlefield 4. Кампанию. Нормально, легко. Да, просто пробежимся. В далеких годах я ее проходил. Когда еще был GeForce 660, 2-гиговый. И процессор, по-моему, Intel i5. 3450. И я тогда впервые загрузил Battlefield 4. Это было что-то с чем-то. RTX, ШМХ, DLC, там, трассировка лучей, там, все дела были. Давайте немножко поностальгируем. Подписываемся на канал, ставим лайк. Однозначно. Грузимся. Это было время, да, Battlefield 4, помните? Игра была на высшем. Сержант, ирландец, паниковать в такой ситуации — это самое худшее. Не надо так говорить, ты меня до усрачки пугаешь. Пак, помоги сдвинуть сечение. А мы все еще тонем. Мы вытащим тебя отсюда, да. Слышишь? Каким образом? Дверь заклинила. Черт! Не так все должно было произойти, ирландец. Возьми мой пистолет. Ты чего, блядь, задумал? Он теперь твой. Ты чего, блядь, задумал? Если волк хочет выжить, он должен открыть себе лапу. Стреляй! Не делай этого! Давай, Рекер, стреляй в окно! Это приказ! Рекер, блядь, не вздумай! Спасайтесь, выбирайтесь отсюда! Выбирайтесь в корню, брат! Слышишь? Как это не все? 13 минут назад. Ну чё? Погнали. Нет патронов. Контр присесть. Я понял. Я даже не помню игруху. Бросай, бросай оружие! Черт возьми, Рекер, я чуть тебе в лицо не пальнул. Хвоста ты избавился. Полегче, Пак. Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Русские, да, спецназ, они то тут, то там. Дыши глубже, сынок. Информация у тебя? Да, да, у меня. Славно. Черт, уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландца видел? Я думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. Где вы? Могильщик главный, возвращаюсь с севера. Уже близко, запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Мы вас прикроем. Рекер, готовься. Прикройте, мальчик. Займи позицию у окна, будем прикрывать ирландца. Возьми патроны в контейнере. Так, тут выбираем оружие, да? А где отсюда?
А какое взять? Основное. Вспомогательное. Я не помню такое. МП-45. Карабины, автоматы. А это что у нас? Да, вот этот мне нравится. Нормальный аппарат. Готово. Появились, видите? Открываю огонь! Помогите мне! А сейчас, подожди. Что такое тройка? Да. Ты цел, ирландец? Твою мать. Кто сказал, что эта хата безопасна? Так, подожди, я вспомогательно. Почему я не могу? Не могу взять. Почему? А. Вот так вот, да? Ну и ладно. Могильщик, выдвигаемся. Крепость, это могильщик главный. Пакет у нас, но мы расшевелили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Вертолет на подходе. Приведите отряд на позицию. Внизу. Конец связи. Они нас пока не заметили. Команда в бой заставляет ваш отряд атаковать цели, находящиеся в вашем поле зрения. После каждого выполнения данной команды отряду необходимо время, чтобы приготовить к следующей такой атаке. Статус отряда вы можете посмотреть в правом нижнем углу. Команда в бой. Я понял. Надо их сразу завалить. Пометь их и дай сигнал. Как пометить? Ты видела? Что там? Ну что ж, жду сигнала, Рэй. Отлично сработано, могильщик. А патроны тут можно или нет? Можно. Почему убежать просто не молим? Нам было бы отстрелять. Понял. Ага. Патроны.
гаджета. Готово. Все целы? Сделай, чтобы в ушах звенело. А что сделать надо? Чудесно. Я пошли. Понял. Выбрал вспомогательный, выбрать гаджет 3, выбрать гаджет. Я понял. Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Выводи своих парней на крышу. Не заставляйте меня ждать. Просканируешь сектор, Рек. Вон то здание. Это скорее половина здания. Да, две дымовые трубы прямо впереди. Видишь, Рекер? Вижу. Точка эвакуации должна быть на юго-западе. Давай, Рек, бинокль очень полезная штука. Следите за своими секторами. Не спускай глаз с цели. Полегче. Я понял, насколько близок. Перепрыгнуть не могу. Да, какой-то год, интересно, я уже забыл. Куда-то. Внимание, вижу впереди множество тепловых сигнатур. Никто не поможет? Я прикрою ваше продвижение, только отвечайте цели. Иногда вы будете получать помощь от других союзников в отцу. Они автоматически вступят в бой с теми же целями, которые вы приказали атаковать своему отряду. При стрелке 50 метров. Что за пристрелка? Джи бросили гранату. Опа! Готово работать. Куда ты? Куда ты, родной мой? Куда ты, родимый? Я вообще не помню это. Ой.
Какие цели? Где они? Поехали. Я приехал туда, куда и ехал. Все, я понял. Ошибся, извините. Вау! Пошлите, Матрона. Опа, автоматы появились. А, тут, походу, открывается. Я вообще не помню эту игруху. Но помню, я проходил. Основное. Стабильность. Стабильность сока. Да пофиг. РПГ! Ой. Понятно, атакую. Погибший полный. Мы должны отлететь, чтобы по нам не попали РПГ. Придерживайтесь плана, Дар. Разлетайтесь в крыше, я вас прикрою. Серьезно. Ты что такое? Держи гранату. А вот это что за автомат? Это винтарь. Со стороны входа! Сосредоточьтесь! Пробиваемся к заводу! Ух!
Тут командная работа, ребята. Работаем в команде. Блин, ну да. Хорошая. Гляньте, прорисовка какая. Оп. Сколько ей лет уже? Лет, наверное, 10 точно. Я не помню, какого она года, но... Нет патронов, да? Углы, парни. Чё, пошли? Поехали? Чё такое? В чём проблема? Мы наверх в этой хреновине поедем? Там поехали, поехали, всего. Поехали, да поехали. Искать другие варианты некогда. Это вы ещё с террасы не смотрели. Конечно, не смотрели. Я буду в полном восторге. Заткнитесь. Смотрите в оба. Могильщик главный. Радар показывает противника в воздухе. Ебать, вы чё, с ума сошли? Сёбун, 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 сёбун. Бежим, бежим, бежим. Конечно, бежим. Да давай, 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 бежим. Быстрее! Сюда, здание шатается! Ебать, вы чё? Как так? Вы чё? Пипец. Твою ж дивизию. Ебать. Ух. Да. Не то слово. Охренеть. Нормально, нормально. Нормально. Не видно Хокинса или кого-то еще? Нет, никто не выжил. Вытащи данные из-под обломка. Не могу, его придавило. Попробуй, я тут рекер вытаскиваю. Вот черт, вот черт. Блин, это гад, его включай сардель. Там с тобой все будет в порядке, я обещаю. Мы тебя вытащим. Так, топливо. Знаю, знаю. Ебать, ногу придавило. О, Баку приехал. Выходи, быстро! Выходи! Помогу! Пожалуйста! Я помогу! Пожалуйста! Нет, уходите! Опасно! Мы гражданские! Рейкер, мне нужен твой нож! Зачем? Что все же? Иду, иду, иду! Что придется? Рейкер, иди сюда! Если он попадает в капкан, он отгрызает тебе лапу, чтобы выжить! Ну же! Кости все равно раздроблены. Тут только мясо и ткань. Ебать. Давай, режь! Нам нужно ехать. Он умер? Нет, не умер, а просто потерял сознание. Тебе ли не знаю, ты вроде как-то придет помощь. Это были трехчасовые курсы. Охуеть. Сюда летит, ложись, ложись. Поехали, поехали. Конечно, поехали, давайте. Что мне делать? Командуйте, командуйте, давайте. Так, я за рулем, да? Я за рулем. Куда едем? Да я уже понял, что я за рулем. Крепость, это могильщик. Наш вертолет подбит. Нужен другой вариант, как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад.
На какой запад? Вы видели такое, как я застрял? Что такое? Я застрял, пацаны. Я умудрился. Я это сделал, даже так я вам скажу. А что, я выйти не могу? Все. Ебать, это ж надо было так сделать. Рекер. А что, я выйти? С контрольной точки давайте начнем. Да, вот это трэш. Крепость, это могильщик. Наш вертолет подбит. Нужен другой вариант, как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад. Едем, едем. Пути. Не знаю, я смотрю. Черт, нога! Да понятно. Держись, братеня, сейчас довезем. Дан, дыши медленнее. Мы довезем тебя домой. Конечно, довезем. С тобой все будет в порядке. Нормально, нормально. Игра для своих годов даже играется сейчас отлично. Сделано кинематографией. Дай быстрее. Ой-ой-ой. Он потерялся. Рекер, сможем оторваться? Конечно, сможем. Пак, что такое? Да оторвемся, не ссы. Вот туннельчик есть. Бля, как сделано. Вот, вижу. Приготовиться. Быстрее. Да иди ты. Ух. О, еще чуть-чуть. Поднажми, черт возьми. А, заходит для обстрела. Вот, блядь. Нет. Мочи этих мудаков. Как скажешь. Опа! Да. Могильщик раздобыл данные. И что? В случае военного переворота в Китае, русские будут на стороне адмирала Чана. Это подтверждение рапорта нашего агента в Китае. Значит, штаб-сержант Дан погиб ради того, что мы уже знали. На улицах Шанхая массовые беспорядки, капитан. И тут замешаны русские. Нам нужно было знать наверняка. Наше закрытие Суэца – это уже довольно деликатная проблема. Один неверный шаг – не будет война. У вас приказ, капитан. Слушаюсь, сэр. Мы направляемся к восточному берегу Китая.